В этой развалюхе Мария Яковлева не живет практически год. Говорит, опасно, поэтому временно поселилась у сына. Воду носили с колодца, печку топили. Когда холодно, три раза топишь. Печка горячая, а здесь холодно. В новом доме, куда переедет Мария Яковлева, таких проблем не будет. Вообще красота, красота. В квартирах чисто и уютно. Водопровод, отопление, канализация, электричество – все уже работает. Само здание построено по новой канадской технологии. Строился из сэндвич-панели USB, то есть ориентированная строечная плита, внутри утеплитель, вот, и облицовка снаружи, и с внутренней стороны гипсокартон, обои, вот, полы фанерные. На Ударе это второй дом, построенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. На очереди третье здание. Так что летом новые квартиры получат еще 9 семей из Иджидьяга. Евгений Ракин, Луиза Кутерман, Иван Селиванов, телеканал «Юрган», Ударский район.